Я предлагаю вам как бы перелистать музыкальные страницы звучащего радиоальбома. Открываем. Ференц Лист. Мефисто Вальс. Ференц Лист создал несколько вальсов для симфонического оркестра. К числу его лучших вальсов смело можно отнести знаменитый «Мефисто Вальс», написанный в 1860 году. Другое название этого вальса – «Танец в деревенском кабачке». Этот вальс – программное сочинение. В основу положен сюжет поэмы австрийского поэта Николауса Ленау. Музыканты деревенского оркестра как бы настраивают свои инструменты перед началом деревенской свадьбы. Играют несколько грубоватый вальс. Через окно кабачка за танцами наблюдают Фауст и Мефистофель. Фаусту понравилась белокурая розовощекая деревенская девушка, и он приглашает ее на тур вальса. Мефистофель берет у деревенского музыканта его скрипку, и звучит чуть саркастическое мефистофельское, но в то же время полное любовного томления музыка. Дьявольские звуки скрипки увлекают Фауста и его партнершу в лес. Перед ними как бы расступаются ветви деревьев, травой ложатся кусты, слышно пение соловья, но все громче слышны и звуки деревенского оркестра, все неистовее кружение в вальсе деревенских жителей. Они врываются в лирическое настроение влюбленных и рассеивают чары. Безудержное дьявольское ликование вальса завершает это произведение. Лист написал вальс первоначально для оркестра, а потом сделал фортепианное переложение, и «Мефисто Вальс» стал репертуарной пьесой лучших пианистов.